Автор сценария Ли Прессман. Еще один хлопотный день в мастерской Содера. Помимо ремонта нужно еще многое покрасить. Не только двигатели и вагоны, но и дорожные знаки. Некоторые из них красят особой люминесцентной краской, которая светится в темноте, чтобы ночью паровозикам было лучше видно. Однажды Генри приехал в мастерскую на ремонт. Он был очень весел. Всем привет! О, привет, Генри! Как видишь, мы сегодня очень заняты. Если подождешь, я попрошу Кевина привезти тебе новую краску. Кевин! О, кто заказывал новые трубы? И что случилось с воздушными клапанами? Кевин, не суетись. Привези Генри новую краску. Новую краску? Хорошо, сейчас, босс! Ой! Это наш Кевин. Пожалуйста, Генри. Так, а где же воздушные клапаны? Всем спасибо. В конце дня Генри уехал из мастерской очень довольный и очень зеленый. Но солнце зашло, небо потемнело, и стали происходить странные вещи. Генри начал светиться. Он не знал, что Кевин привез не ту краску, и эта краска светится в темноте. Томас заканчивал работу, когда увидел Генри. А? Что? Что это? А? Призрак! Странно. Мне казалось, я видел Томаса. О, Гордон! Я только что видел поезд-призрак! Не говори глупости. Поездов призраков не бывает. Даже если бы и были, я бы не испугался. А, это Джеймс. Осторожно, Гордон! Я видел поезд-призрак! Ерунда! Поездов-призраков не бывает! Глупые паровозики испугались какого-то... Это было ужасно! Он так страшно светится! Ты видел поезд-призрак, Гордон? Нет, 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 Перси, но я не боюсь никаких призраков. Но не только паровозики испугались странного поезда. Фрэнки! Что происходит? Почему все убегают от меня? Генри? Салки, Портер, это же Генри! Генри, почему ты светишься? Ха! Ты прямо как маяк! Я не понимаю, о чем идет речь? Сейчас я тебе покажу. Наверное, меня покрасили не той краской. Вот почему меня все избегают.
Они думают, что я поезд-призрак. Генри нужно было работать ночью. Он почувствовал прилив сил. Ай! Когда Генри вернулся в депо, уже не было темно, и его краска не светилась. Я всю ночь думал про этот поезд-призрак и не спал ни минуточки. Глаз не сомкнул. Всем доброе утро. Я хочу вам рассказать кое-что забавное. Поезд-призрак – это самое страшное, что я видел в моей жизни. Если бы ты его видел, Генри, ты бы не смог заснуть. Дело в том, что... Он правда очень страшный, Генри. Джеймс говорит, он светится зеленым и жутко-жутко гудит. Да, но я все же... Наверняка Генри сам дрожал от страха. Мы знаем, какой ты трусишка, приятель. Все, что угодно пугает тебя, ты задрожишь и от капли дождя. Я не боюсь этого гудящего призрака. Я видел его, и он совсем не страшный. А что ты хотел рассказать, Генри? Неважно. Следующим вечером все паровозики вернулись в депо до наступления темноты. Никто не хотел встретиться с поездом-призраком. Мне страшно. Пусть едет почтовый паровоз. Я? Я не могу. А как насчет Эдварда? Нет, я и колеса не высуну в такую тьму. Да что с вами такое? Кто развезет почту? Гордон! Я вообще-то не боюсь, сэр, но у меня проблемы с котлом. А так был бы рад помочь. Правда. Раз Генри занят своим делом, кто-то из вас должен развести почту. Генри! Он там наедине с этим ужасным поездом-призраком! Он такой смелый! Маленькие глупцы! Повторяю последний раз. Поезда призрака не существует. Это я. Генри, так это ты поезд призрак? Что ж ты нам не сказал? Я пытался, но вы же не слушали меня. И обзывали трусишкой. Так нечестно. Мы все боялись ехать именно из-за тебя. А где толстый инспектор? Вы же поняли, что произошло, да? Да. Конечно. Генри покрасили не той краской, вот и все. С утра поезжай в мастерскую и перекрасься в нормальный зеленый цвет. Да, сэр, так и сделаю, сэр. Но поскольку сегодня работаешь только ты, тебе придется хорошенько попотеть. Спасибо, сэр.